Вы знаете, вот вокруг НЛП создалась такая нездоровая ситуация, нездоровый ажиотаж, да, и это является таким пугалом. На самом деле существуют другие техники, которые, может быть, для воздействия на массовое сознание гораздо более эффективны. НЛП эффективно в личной коммуникации. Это нужно вот отдавать себе отчет. Когда я беседую с вами, когда я могу сразу посмотреть на вашу реакцию, скорректировать свое поведение в зависимости от вашей реакции, это НЛП. Как только появляется массовое сознание, как только появляется пресса, то методы НЛП там действуют, ну, не знаю, процентов на 15 от 100% эффективности, потому что я не могу посмотреть, как будет реагировать общество на это, я не могу быстро и мгновенно, да, изменить свои реакции, поэтому вот здесь нужно понимать, что использование НЛП в средствах массовой информации, оно сильно преувеличено. Там технологии, связанные с окном Овертона, они гораздо эффективнее, чем непосредственно нейролингвистическое программирование.